Всех приветствую, дорогие друзья, в вечернем выпуске на канале AndroHacker, как всегда. И сегодня я вам расскажу, как удалять с телефона правильно приложение либо игру, чтобы память ваша не забивалась. Как мы делаем, когда хотим удалять игру? Берем, нажимаем на значок и вот так вот перетягиваем вверх пункту «Убрать». И думаем, что после у наше приложение удалилось полностью. Но это неверный способ. Сейчас вам покажу, ну а вы пока подпишитесь, поставьте этому видео лайк и напишите в комментарии, знали вы об этом способе или нет. Просто-напросто зажимаете вот так вот значок, здесь будет три пункта, нажимаем «О приложении», и здесь будет пунктик «Память». Нажимаем на память и нажимаем снизу «Очистить». После нажимаем «Очистить все». Так на вашем телефоне удалятся все ненужные файлы с этого приложения, сохраненные всякие миниатюрки и так дальше, и не будет забиваться память. После напросто возвращаемся на стрелочку назад и нажимаем, как и в первый раз, вот так вот, убрать. Все, приложение удалено, кеш удалился, все данные удалились, и на вашем телефоне память больше не забита. Пользуйтесь, не забудьте подписаться на канал.